Нет под рукой нужного инструмента. Всегда можно сменить его на тот гаджет, который подойдет лучше. Каннабис и фентанил. Наконец-то вместе. Спасибо чудесам генетики. Под этим так сальсы хочется. Дроны, которые следят за каждым твоим шагом, наводят на мысли, что ты живешь в тюрьме, которая только напоминает город. Но что плохо для общества, для DedSec отличные новости. Ты можешь взламывать этих назойливых маленьких тварей и использовать их, чтобы разведывать местность. Можешь стереть все записи о долге. Таким образом, наш новый друг выберется из минуса. И, что важнее, из лап клана Келли. Круть. Здесь ведется запись для Джимми Би. Передача завершена. Теперь про долг клану Келли можно забыть. И на будущее держись от них подальше. Ваш капитан. Какое счастье. Что бы о вас ни говорили, вы отличные ребята. А чё, хочешь бороться? Не со мной, в принципе. За DedSec. Надеялся, что ты предложишь. Я в деле.
Недавние действия ДЦЕК побудили правительство дать Альбиону разрешение вести огонь на поражение. Директор Найджел Касс заявил следующее. Террористы из ДЦЕК скоро поймут, что солдаты Альбиона, в отличие от полиции Лондона, закалены в бою и могут постоять за себя. В кабинете премьер-министра заявили, что эта мера, хоть и является радикальной, необходима вовремя, да? Для защиты города. Вот, новый оптик. ДЦЕК не игра, так? И если решусь, привычная жизнь навсегда останется позади. Что-что? Это когда Альбион привычно убивает людей? Я и сам все знаю. И тоже хочу добиться перемен. Но отказываться от всего страшно. Нет, блин. Ты сделаешь так, чтобы все, чем ты дорожишь, было в безопасности. Да. Все так. Я готов. Приветствую в сопротивлении. Так, добро пожаловать в команду и т.д. и т.п. Нам нужно, чтобы твой большой и сильный друг-дрон украл сервер с крыши штаб-квартиры Сирс. Справишься? Уже в пути. Может, город не спасти? Нельзя терять веру, наверное. Ничего не берите у незнакомых людей. Преступники могут использовать вашу доброту против вас. Месте. Я отмечу сервер с ПО для воссоздания событий в дополненной реальности. Так просто до него не добраться. Нужно использовать грузового дрона. Секунду.
Так, я погрузил сервер в твою машину. Выдвигайся. Да, и лучше не лихач. Или можешь взлететь на воздух. Что? Я могу попасть в аварию? Да не хочу я никуда попадать. Идет восстановление данных DRCTOS. Отлично. Оставайся в этой области, пока я не скачаю на сервер достаточный объем данных. Загрузка завершена. Мне нужна более широкая выборка данных, так что вот тебе еще одни координаты. Всех систем наблюдения, ближайших дронов сети УАЭС, оптиков, камер, а потом собирает эти обрывки, чтобы воссоздать картину того, что случилось здесь сутки назад. Обалдеть! Всем патрулям, подозреваемые в вашем районе. Мы ведем погоню. Слишком далеко. Я использую твой оптик, так что вернись, чтобы продолжить сбор данных. Идет восстановление данных DRCTOS. Так, качаю данные с оптиков, камер сети УАЭС, микрофонов, лэптопов. Как думаешь, Сирс использует все это, чтобы смотреть, как люди трахаются? Блин, если вдуматься, используют ли они это для чего-то еще? Бэгли, дроны! Там дроны! Хелп! Вот черт! А ты можешь как-нибудь избавиться от своих новых друзей? Пригласи их на вечер керамики или там поделись чем-нибудь слишком личным. Все что угодно, лишь бы добраться до цели. Блин, ладно. Или нет? Передача завершена. Мне нужен еще один блок данных, так что вот тебе координаты следующего места.
Идет восстановление данных DRCTOS. Бэкс, они не отлипают! Не дай дронам уничтожить сервер, пока я не закончу. Вылезай из машины и разберись с ними. Хочешь, стреляй, хочешь, закидывай камнями. Хочешь, используй кибербуллинг. Мне все равно, главное, завершить передачу. Можем вечно таскать за собой этот сервер. К тому же, надо как-то замести следы. Продолжай. Я перегружу процессор, чтобы вызвать скачок напряжения и сжечь батарею. Электромагнитный импульс уничтожит и сервер, и дронов. Так что, ну, беги давай! Зацепка, которая, возможно, позволит узнать больше о нулевом дне и терактах, которые свалили на нас. Я перехватил зашифрованный сигнал. Он непрерывно поступает с места взрыва на ТНМ с той самой ночи. Узнай, что к чему. Может, опробуешь новую ДР-технологию, которую мы украли? То есть, одолжили навсегда.